этот блок нигде не будет принимать участие, потому что, я повторяю, он не вылезет с уголовных дел, они уже открыты, они будут продолжаться, будут открываться новые уголовные дела, но и цели такой не ставится. На самом деле это не политический блок, это избирательная сетка. Это то, что в некоторых странах делается, это когда скупается значительное число партий, избирателей, агитаторов, пропагандистов, СМИ, и они должны на кого-то работать или на какую-то задачу. В данной ситуации задача будет осенью сорвать референдум, первая, и вторая задача не допустить переизбрания президента Майи Санду, и, возможно, для этого поддержать кого-нибудь из кандидатов, ну, который назовет Кремль, и, возможно, даже он будет не пророссийский, а он будет какой-то абстрактный или даже проевропейский. И туда будут слиты голоса вот этой избирательной сетки. Вот для чего все это затевается. Там, на самом деле, в блоке нету ярких политиков, личностей, которые могли бы его раскрутить, и к тому же там большинство под уголовными делами, которые рано или позже закончатся, возможно, посадкой.